Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» помогает исполнять мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Только в дни новогодних праздников исполнены заветные желания 50 люберецких мальчишек и девчонок. В этой квартире всегда звучит звонкий смех. У Алены трое детей. Новый год встречали все вместе. За столом не хватало только главы семейства. 12 октября его призвали. Вот. Он поехал и понял, что нужно защищать свою родину. Не стал ни бегать, ничего. Вот. И ждем его, конечно же, домой с победой, чтобы была победа, конечно же. Очень любим. В декабре ребята написали письмо Деду Морозу. Вова мечтает о беспроводных наушниках, а его сестренка – о коньках. Стишок, может, расскажешь? Мама, у вас улыбки, да, приходит Новый год, и с собой друзей приводит, и подарки всем несет. Вместе с зимним волшебником в гости к ребятам пришел депутат Государственной Думы Роман Терюшков. Это ваш подарок, вы принесли же самому юному. Так, ну это маме тогда дадим в помощь для самого юного, самого молодого. Богдану, которому нет и года, подарили ходунки. Роман Терюшков всех поздравил с праздниками и взял на карандаш просьбу Алены, которая озвучила проблему с выплатами ее супругу. Мы отправим в Министерство обороны, у нас же прямая договоренность как раз такие вопросы отрабатывать вместе с замминистра через наш профильный комитет Государственной Думы. И мы тогда, соответственно, этот вопрос решим. Хотя Новый год уже позади, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продлится до конца февраля. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.